Привет-привет, да, а здорово. Ты блогер? Блогер, только давай сфотографируемся попозже. Подожди, я хотела тебя спросить, а можно с тобой тоже поснимать что-нибудь, ты меня отметишь, давай? А я тебя отмечу. А подписчиков сколько у тебя? У меня 10 тысяч уже, а было недавно только 5. За 2 дня 10 тысяч, меня представляешь? Слушай, ну ты красотка, конечно же, девочка симпатичная, но у меня уже, понимаешь, я уже перерос эту цифру, у меня 500 тысяч. Ого, как много, да. Давай снимем, ну и что? Да, блин, реклама платная со мной получается, я тут, извини-ка, не дешевых началах работаю. Слушай, ну у меня сегодня 10 тысяч, завтра у меня будет 500 тысяч, послезавтра у меня будет 5 миллионов, какая разница, я только начинающий блогер, но скоро у меня будет тоже очень много подписчиков точно, давай снимем. Отнимаешь время мое, стоишь, покажи, сколько у тебя, что ты вообще снимаешь-то? Давай посмотрим. Так подожди, у тебя 1,5 миллиона. Ну да, 1,5 миллиона. А у тебя 500 тысяч? Давай, значит, сделаем так. Короче, я стою, ты подходишь ко мне. Все, я говорю диалог. Нет, знаешь, что мы сделаем? Ты стоишь, а я просто ухожу. Хорошо?